Добрый день. В эфире программа «Тема дня», в студии Анатолий Цыганков. Сегодня у нас в гостях руководитель Петрозаводского общественного приюта для бездомных животных Владимир Рыбалко. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора касается темы бездомных собак, то есть собак без владельцев, и законодательства, которое регулирует все эти вопросы, касающиеся содержания данных собак и их существования в обществе. Принимаются федеральные поправки в закон существующий об ответственном отношении к животным. И, соответственно, эти поправки сегодня обсуждаются в обществе. И мы сегодня будем их точно так же с вами вместе рассматривать, вместе с Владимиром. Тема эта дискуссионная. Позиции, они на сей счет разные. Если говорить, упрощая ситуацию, то, собственно, две главные точки зрения на данный предмет разговора. То есть, с одной стороны, есть категория граждан, которые говорят, что собаки безнадзорные, без владельцев, которые представляют уличную такую угрозу, сбиваясь в стаи, угрожают жизни населения. Соответственно, их нужно усыплять. Одна позиция. Вторая точка зрения, что собак нужно собирать, размещать в общественные приюты и там с ними работать, в том числе подыскивая их им новых владельцев. То есть две эти точки зрения, они между собой не сочетаются, но какой-то компромисс надо искать, в том числе поправки, которые сегодня обсуждаются в рамках федерального закона об ответственном обращении с животными, все это рассматривается. Безусловно, тема безнадзорных собак, она очень серьезная для России. Насколько она серьезная для Петрозаводска, мы еще будем говорить. И даже те, кто из вас залезет в интернет и там поищет по набору определенных слов эту тематику, те с ужасом для себя узнают, насколько серьезна в ряде регионов России данная проблема. Вот, скажем, из последних случаев, которые я просто нашел перед данной передачей, там в Астрахани, в течение 2 месяцев были загрызены, то есть убиты фактически, стаи дикой собак, 3 жителей. Или там в Оренбурге совсем недавно была дикая история, когда собака загрызла 8-летнего мальчика. Или в Коми истории в соседней с нами республики, когда там на мужчину и женщину напали уличные собаки. Женщина, к сожалению, погибла, мужчина получил травму серьезную, но выжил, его там прохожие отбили от этой уличной стаи. То есть проблемы в ряде регионов, но очень серьезные. Поэтому, безусловно, ее надо решать. Насколько данная проблема важна, характерна, как болевая как точка для Петрозаводска? Много ли у нас таких собак без владельцев, Владимир? Да, проблема существует и в нашем городе. К счастью, благодаря усилиям, в том числе и зоозащитников, она значительно снизилась за последние годы, то есть за последние 10-12 лет численность бездомных собак, собак без владельцев в нашем городе сократилась в 4-5 раз. Если раньше по учетам она составляла 1000-1200 особей, то теперь примерно 250 особей. Правда, остаются большой проблемой безнадзорные владельческие собаки, то есть собаки, которые имеют хозяев, но тем не менее ходят без присмотра. Особенно это характерно для частного сектора. Ну, скажите, пожалуйста, Владимир, а кто занимается отловом собак вот у нас в Петрозаводске? И какое число этих собак попадает в общественные приюты? Сколько у нас приютов вообще в Петрозаводске? Ну, в Петрозаводске 4 общественных приюта, плюс еще передержки зоозащитников. И есть муниципальный приют, который находится на Вятигорском шоссе. По контрактам он должен вылавливать около 300 собак в год, плюс еще несколько десятков, больше даже сотни животных каждый год попадает в общественные приюты, и десятки собак еще расходятся по зоозащитникам. То есть как бы отток собак с улиц в приюты и передержки он достаточно значительный. И это на самом деле сказывается на ситуации в городе. Но сказывается не только это. Я сейчас просто объясню истоки проблемы вообще бездомных собак. Во-первых, все бездомные собаки, в Петрозаводске, да и в России в целом, это либо бывшие владельческие собаки, бывшие домашние, оказавшиеся на улице по тем или иным причинам, либо потомки этих собак, которые уже там сами стали размножаться на улицах,
сами стали плодиться. Тем не менее, в основе вот этой популяции все равно лежат домашние собаки, количество которых все время подтекает, так сказать, в бездомную популяцию. То есть домашние собаки становятся бездомными. И чтобы решить эту проблему, нужно действовать комплексным. Так мы говорим о комплексном подходе. Прежде всего, это профилактика появления бездомных собак. Это, как я уже говорил, борьба с самовыгулом, то есть тем, чтобы домашние собаки свободно, безнадзорно ходили по общественным территориям, потому что такие собаки и, во-первых, избиваются в стае во время так называемой собачьей свадьбы, которые могут быть довольно опасными. Эти собаки могут бесконтрольно размножаться, потому что хозяева не следят за их размножением. Это, кстати, напрямую примыкает эта проблема к появлению бездомных собак, потому что никому не нужны щенки, оказавшиеся безответственного владельца, часто раздаются первые попавшиеся руки людям, которым, собственно, собака не нужна, а потом оказываются на улице, либо сразу оказываются на улице. Вот. Дальше, что еще можно сделать? Нужно вообще повышать культуру содержания животных, потому что люди у нас часто заводят собаку, потому что вот модная порода, например, такса, там, хаски. Человек не разобрался в особенности содержания этой породы, не справился с ней, и такое животное тоже может отправляться на улицу. Вот. Я уже говорил о бесконтрольном разведении, когда появляются никому не востребованные щенки, которые тоже остаются не востребованы владельцами. Это так называемое перепроизводство, когда количество появляющихся ежегодно щенков в городе меньше, чем количество владельцев потенциальных для них. Куда деваются лишние животные? Отправляются на улицу. Вот. Большая проблема в том, что невозможно отследить такое животное, выброшенное или самовыгульное, потому что на нем нет никакой метки. Не написано, чья это собака гуляет. Соответственно, это тоже проблема. Ну, вот это источники пополнения численности. А второй источник – это уже размножение уже самих бездомных собак. То есть, попав на улицы, эти собаки начинаются плодиться в первом, втором, там, в следующих поколениях. И мы здесь видим проблему так называемых собак из промзон. Потому что, по нашим исследованиям, промзоны являются вторым, наряду с частным сектором, местом появления большого количества безнадзорных собак. Там собаки уже не владельческие, это уже бездомные собаки, у них нет официального хозяина. Они просто живут на территории предприятий, организаций, люди их просто подкармливают, но у них часто не было возможности контролировать их перемещение и размножение. И оттуда вот шел тоже постоянный поток стай на территорию жилых кварталов. Можно сказать, что часть этих проблем в городе Петрозаводске удалось прикрыть. И в значительной степени усилиями зоозащитных организаций и приютов. Ну что, например, вот я говорил о промзонах. Нам удалось организовать стерилизацию собак на этих промзонах с тем, чтобы не появлялись эти щенки, не образовывались эти стаи. И сейчас можно сказать, что за последние 3 года мы стерилизовали десятки сук с этих промзон. Мы их ловили, мы их привозили в приют, стерилизовали. Часть из них возвращали обратно, но уже в стерилизованном виде. И таким образом, вот за счет этого такого точечного стерилизации с возвратом, нам удалось, ну, наверное, 90% таких сук уже в промзонах стерилизовать. Соответственно, мы подавили это самовоспроизводство. Зоозащитники проводят программы льготной стерилизации и для владельческих собак, в том числе и для вот этих хозяев собак частного сектора. И, например, наша организация за счет гранта фонда «Забытые животные» с 17 по 21 годы стерилизовало более 5000, прежде всего, хозяйских собак в Петрозаводске и окрестностях. Это тоже дало свои плоды. Вот, то есть такие собаки уже не плодятся, такие собаки не образуют собачьи свадьбы, потому что стерилизованы. Вот, это тоже вклад. Соответственно, вот такие элементы комплексного подхода, они и позволили как-то вот снизить остроту проблемы в нашем городе. То есть мы видим, что у нас, что в отличие от других регионов, ну, собаки не грызут детей, а люди в ответ не начинают там травить собак, что мы тоже, к сожалению, наблюдаем. Владимир, расскажите, пожалуйста, вот значит, вы
ставить задачу собак отловить, стерилизовать. Много ли у вас есть возможности разместить собак отловленных в ваших приютах? И, соответственно, отсюда вопрос такой, большое ли количество собак остается вне рамок вашего внимания? То есть сколько еще их бегать по улицам? Если, конечно, можно хотя бы примеры, цифры назвать. Ну вот я уже говорил, 250 бездомных собак. Правда, из них большинство сук уже стерилизованы. Вот. Но еще остаются сотни безнадзорных владельческих собак, с которыми мы ничего сделать не можем. Что касается поместимости приютов, общественные приюты всегда переполнены. Потому что, опять же, вот последнее время мы наблюдаем все равно вот этот приток именно бывших хозяйских животных. Где-то мы там не успели стерилизовать. Хозяева оказались безответственными, и они выбрасывают этих щенков. Щенки идут в наш приют. Причем не только из Петрозаводска, но и из районов республики. Вот. Где-то люди не захотели, не взяли на себя ответственность и выбросили домашнее животное. И оно бегает по улицам и тоже поступает к нам в приют. То есть вот именно сейчас у нас основная проблема уже в городе Петрозаводске не самого производства самих бездомных собак, да? Когда вот бездомная собака рождает бездомных собак и так далее, вот в последовательности образуются стаи. Мы эту проблему, ну, в значительной степени, так сказать, решили. Не полностью, но тем не менее. А вот основная проблема остается именно бывшие домашние животные. Как выброшенные щенки ненужные, так и выброшенные взрослые собаки. И именно они сейчас наполняют приюты. И приютам очень тяжело в этом отношении. У меня к вам такой вопрос. Вот скажите, вы говорите, не хватает приютов. Мы прекрасно понимаем, что создание приютов – это материально-финансовое их содержание. То есть, чем больше приютов, тем больше нагрузка на городской бюджет ложится. И отсюда вопрос такой возникает, соответственно. А в чем эта общественная ценность постоянного содержания собак в этих приютах? Постоянная нагрузка на горожан? Ну, на самом деле, общественные приюты города Петрозаводска существуют за счет пожертвований. Наш приют и другие общественные приюты не получают из бюджета города денег. Получают деньги только по контракту муниципальный приют, где на основе которого работает подрядчик, занимающийся отловом. То есть наша деятельность никоим образом на петрозаводский бюджет не ложится бременем. Вот. Ну а содержат нас животные энтузиасты, зоозащитники, которые вкладывают в это, считают своим делом жизни. На самом деле, чтобы облегчить время нагрузки на приюты, и нужно действовать, опять же, по профилактике бездомности и безнадзорности. То есть, например, та же льготная стерилизация, которой сейчас занимаются зоозащитники, получая гранты, она не гарантирована. Потому что грант – это лотерея. Получил ты грант – хорошо, ты стерилизуешь собак. Не получил – значит, все, это деятельность прекращается. Вот если бы была какая-то государственная программа по бесплатной льготной стерилизации собак вот этих групп риска, то было бы огромное облегчение для нас. И, соответственно, вот, например, такая программа есть в Мурманской области. Там выделяется каждый год определенная квота на стерилизацию домашних собак, забранных с улицы людьми или там, из приютов, что тоже позволяет решать проблему. В Карелии пока такой программы нет, но мы попробуем ее продвинуть. То есть мы таким образом не будем бороться не со следствием уже появившимися бездомными собаками, которые нужно забрать в приют, а предотвратим причину. Дальше. Вот о чем я говорил. У нас нет регистрации типирования домашних собак. То есть мы не можем отследить, кто собаку выпустил на самовыгул, кто собаку выбросил. Соответственно, хозяин остается ненаказанным, и он может, и такие люди могут действовать дальше, оставаясь, так сказать, в тени закона. Вот. Борьба с самовыгулом тоже непосредственно с этим связанная. Самовыгул дает что? Эффекты самовыгула. Опять же, появление никому не нужных щенков, дичание этих собак, и опять же, вся эта нагрузка ложится на приюты. Ну, бывало у нас случаи, когда чуть ли не каждый месяц к нам по ночам привозили коробки со щенками к приюту, подбрасывали вот этих никому не нужных. От тех же самовыгульных собак. Как бороться с самовыгулом? Нужны хотя бы штрафы. К сожалению, вот на протяжении последних нескольких лет таких штрафов за неправильное содержание животных в Карелии не было. Вот только, надеюсь, в этом году этот вопрос будет решен. То есть
если мы хотим решать вопрос, речь идет не только о поддержке приютов, хотя она очень важна. Вы видите, что приюты очень много делают, причем за свои средства или за средства грантов, но и профилактика переполнения приютов. Это называется комплекс, комплексный подход. Скажите, пожалуйста, мы говорим, что есть возможность собак чипировать, стерилизовать. Вы этим занимаетесь. Как я понимаю, что возникает вопрос финансирования этих работ, что люди не несут ответственность за, в частности, стерилизацию владельцев собак некоторые. Да. Вот, например, стерилизовали собаку, ищут ей владельца, не находят. И, соответственно, ее опять выпускают на улицу. Опять возникает ситуация, когда вот эти брошенные собаки, уже вторично брошенные, оказываются на улицах, опять они сбиваются в стаи. Даже вот теперь уже не важно, что они стерилизованы. Стая возникает дикая, непрогнозируемое ее действие. И тут возникает как раз один из спорных их вопросов, который беспокоит общество и такую дискуссию острейшую вызывает. А есть ли смысл вообще тогда, если мы не можем вечно пенсион сохранять для собак, содержать их в приютах, есть опасность их выпускать на улицу, так есть ли смысл тогда, может быть, обсуждать некоторые люди, в том, что эвтаназию для собак вести, усыплять их, если они, коли никому не нужны, представляют угрозу? Ваше мнение на сей счет? Ну, смотрите, да, тут нужно более детально рассмотреть этот вопрос. Ну, во-первых, да, когда собаку стерилизуют, ловят, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно на улицу. Я сразу подчеркну, что в Петрозаводске этот метод не был никогда основным. Еще раз скажу, что мы применяем его только в промышленных зонах и не выпускаем стаи обратно в жилые кварталы. И поэтому нам, так сказать, удается избегать вот этих негативных последствий этого метода. Кроме того, как основной метод, вот этот, стерилизация с возвратом, он имеет ряд серьезных ограничений, которые не могут сделать его, так сказать, основным, какой-то волшебной такой пилюлей, волшебным способом решить проблему бездомных животных. К сожалению, опять же, обращаясь к теме законодательства, когда в 2018 году принимался федеральный закон об ответственном обращении с животными, так получилось, что он был разработан только под воздействием сторонников вот этой вот стерилизации с возвратом. То возврат на улицу? Да, обратно, на улицу, да. Еще раз почему в Петрозаводске основной метод – это размещение животных в приюте без возврата. Стерилизация с возвратом у нас только в промзонах. Вот. А в федеральном законе этот метод стерилизации с возвратом тогда был объявлен основным. У нас он второстепенный, а в федеральном законе основной был. Вот. Соответственно, так как не были учтены его ограничения, ну, там много ограничений, например, нужно стерилизовать одновременно не менее 80% сук в популяции. Нужно не допустить, чтобы в эту популяцию попадали какие-то собаки со стороны. А для этого нужно предотвратить появление, попадание домашних собак на улице. Он никак не воздействует на самовыгул, этот метод, потому что он даже может способствовать самовыгулу. Человек видит на улице узаконенные как бы, да, бездомных собак, да, он скажет, а почему я не могу свою собаку туда выпустить погулять, если как бы стаи узаконены, да, они бегают. Вот. Поэтому вот эти ограничения не были учтены, и в конечном итоге это и вылилось в тот кризис, который мы сейчас наблюдаем в ряде регионов. То есть несовершенство законодательства, которое сделало упор только на один метод, а не на весь комплексный подход, о котором я говорю, к решению проблем бездомных собак. Вот это несовершенство и привело к нынешней ситуации, достаточно печальной в ряде регионов. Мы в Петрозаводске и в Карелии с самого начала пытались применять именно комплексный подход. У нас первый закон о безнадзорных животных появился в 2013 году, то есть за 5 лет до федерального. До 2013 года у нас собак просто на улицах отстреливали. То есть ездили бригады, стреляли ядовитыми дротиками, и собаки умирали прямо на улицах. Вот, это был негуманный метод. С нашим участием удалось отменить, и в 2013 году приняли карельский закон. И вот работая по этому карельскому закону, который опирался именно на создание системы приютов, куда собак живыми вывозили, и там уже индивидуально решали их судьбу, а также на вот это развитие вот этих элементов комплексного подхода, то есть профилактики бездомности, работы с хозяйскими собаками, борьба с самовыгулом и так далее. Вот за счет этого Карелии удалось избежать негативных последствий, которые вызвал односторонний подход федерального закона. Сейчас, так как в ряде регионов этот кризис произошел,
наконец-то федеральный центр решил этот закон поправить. Вы говорите вот о этих поправках, да? Что они собой представляют? Прежде всего, речь идет о том, чтобы регионы могли сами принимать свои собственные законы о животных безвладельцах и опираться на свои собственные ресурсы и на свой собственный опыт. Это, конечно, вот эта мысль очень здравая, потому что, опять же, у каждого региона, как у Карелии, например, у нас, есть вот такой опыт, и мы знаем уже в Карелии примерно, что нам нужно, как действовать дальше. Но другие регионы этого не знают. И, к сожалению, федеральный вот эти поправки к федеральному закону, которые сейчас рассматриваются, они не дают исчерпывающего перечня тех полномочий, которые регион может взять. Там написано, что регион может отменить некоторые важные статьи федерального закона. То есть, если он захочет свой собственный закон принять, в нем может быть каких-то статей ныне действующего федерального закона быть, а некоторые статьи могут быть упущены. Ну, наряду со статьей, которая обязывает собак выпускать обратно на улицу, там есть и другие статьи, тоже очень важные. Например, обязанность размещать отловленных собак в приютах, обязанность возвращать собак хозяйских обратно владельцу после отлова. Эти статьи регион теперь, возможно, будет иметь право отменить. И эти вещи, конечно, вызывают настороженность у зоозащитного сообщества, потому что, а вдруг тогда эти регионы вернутся обратно к отстрелам? Я скажу, повторю, а сам принцип вот такой деятельности, как эвтаназия, в отношении собак, за или против вы? Вот смотри, да, по эвтаназии я отдельно скажу сейчас, я просто скажу, что для начала, что мы требуем, чтобы вот эти поправки, которые сейчас вносятся в федеральный закон, они были уточнены и исправлены, то есть должен быть все-таки для регионов исчерпывающий список мероприятий, что делать с бездомными собаками, исключающими в том числе их отстрел, например, на месте. Что касается такого спорного метода, как эвтаназия. Вот, сразу скажу, что необходимость в эвтаназии, например, в Петрозаводске, она сведена к минимуму, потому что у нас просто стало гораздо меньше бездомных собак. Ну, в чем тут дело, если брать всю страну в целом? Вот этот закон 2018 года, федеральный, он эвтаназию вообще запретил. Там пишется, что усыплять собак можно только смертельно больных, там находящихся, то, что называется, при смерти. Вот. И все. То есть очень короткая какая-то такая лаконичная статья. Вот. А все остальное полностью остается вне правового поля. К чему это привело? А привело это к тому, что сам вопрос эвтаназии, он ушел полностью в нелегальную плоскость. То есть нельзя вот так сказать, вот мы до принятия закона собак там усыпляем, а теперь вот раз, и все, и усыпление прекратилось. На самом деле оно не прекратилось, оно просто перешло в нелегальное жестокое уничтожение. Если мы увидим, почитаем какие-то новостные ленты из других регионов, мы видим, там собак отравили, там ночью перестреляли, там собак отловили и вывезли живыми там в лес, в поле, выкинули это самое, и они там умерли от голода. Или взяли там щенков из нескольких пометов, свезли в один крошечный вольер, скинули туда все вместе, они перезаражали друг друга паровирусным энтеритом и через 2 недели умерли. А через 2 недели то новую партию щенков засовывают. Вот. То есть мы видим, что попытка сразу запретить эвтаназию, любую, привела к результатам, что вместо эвтаназии у нас появилось распространенное так широко массовое истребление. И сейчас как раз есть опасность, что это истребление может быть, скажем так, закреплено в региональных законах. Хотя, честно говоря, не думаю, что это реализуется. Поэтому я думаю, что прежде всего вопрос об эвтаназии нужно снова вернуть в правовую плоскость. Если мы посмотрим законодательство других стран, международный опыт и так далее, то мы увидим, что там вопросу эвтаназии уделяется достаточно много текстов, и нормативных актов, и подзаконных актов, где написано, какие методы можно использовать, какие методы для эвтаназии использовать запрещено, в каких случаях она может применяться, в каких ее надо избегать и так далее. Вот этот вопрос, конечно, дискуссионный, его надо рассматривать, но тем не менее рассматривать надо, если мы хотим этот вопрос все-таки выдернуть из подполья. И побороть эвтаназию, вообще необходимость усыплять кого бы то ни было, можно только с помощью комплексного решения вопроса бездомных животных.
Вот мы уже говорили сегодня с вами на тему вот об ответственности собственно самих владельцев, угу. которые это причиной распространения этой бездомности. Да. И тогда ситуация складывается в достаточной степени сложной для нас. С одной стороны, мы понимаем, что источником вот этой угрозы неконтролируемого распространения бездомных собак является либо промзона, либо владельцы частных домов. Угу. При этом, получается, у нас нет инструмента, который бы позволял контролировать их, собственно, деятельность. Отсюда вопрос к вам. Возможно, как раз в тех будущих нормах оригинального законодательства, касающихся вот данной темы, и требуется введение каких-то штрафных санкций в отношении и владельцев собак, живущих в частном секторе, и собственников промзон, которые бы несли ответственность за то, что они, собственно, плодят эту угрозу для населения. А на ваш взгляд, каким образом здесь должны действовать законодатели? Да, совершенно верно, абсолютно согласен. Если вот сейчас, какова бы ни была судьба федеральных поправок, да, как бы они стали неким толчком для того, чтобы активизировать деятельность здесь, на уровне Республики Карелия. И сейчас вот будут, надеюсь, собираться рабочие группы, проводиться обсуждения о том, каким должен быть региональный закон о животных. И там, да, мы будем настаивать на том, чтобы была и регистрация владельческих животных, и ответственность за самовыгул, и эффективная борьба с бесконтрольным разведением животных, в том числе и на тех же промзонах. Потому что сейчас в федеральном законе есть неработающая статья, что вот владелец этого какой-то там предприятия, организации должен следить, чтобы на его территории не размножались собаки, сообщать об этом соответствующие исполнительные органы, которые занимаются регулированием численности бездомных собак. Но это не работает. Люди не обращают внимания на стаи на своей территории. Ну что же, мы сегодня с вами обсуждаем весьма такую тему острую, связанную с жизнью существ живых, которые возле нас находятся, бездомные собаки. На мой взгляд, конечно же, требуется доверить, в том числе региональным органам власти, регулировать данный вопрос, в том числе на законодательном уровне. Я полагаю, что это было бы хорошо, учитывая особенности, в том числе и нашей территории. Когда бы мы могли обдуманно, как говорит Владимир, серьезно, сочетая с одной стороны гуманность, а с другой стороны целесообразность, и вводить такие нормы законодательства регионального, которые позволяли бы нам ввести ответственность на владельцев собак, которые позволяли бы более жестко спрашивать с органов муниципальной власти, чтобы не допускать этих диких стай собак-убийц, или решить, наконец, вопрос, о чем мы сегодня говорили, как правильно использовать эвтаназию и в какой форме она должна быть, тоже отчасти гуманной. Все эти вопросы будут обсуждаться, как мы знаем, впереди еще дискуссии, точки зрения будут разные. И мы будем надеяться на то, что в итоге депутаты Госдумы примут данное законодательство и доверят регионам самим решать данные все вопросы. В эфире была программа «Тема дня» с Анатолием Цыганковым. Всего вам доброго!